Греческие чебуреки, чешский гуляш, ассирийская долма, грузинские хинкали, американские гамбургеры. Это далеко не все меню фестиваля национальных кухонь в Донецке. В этом году гостям праздника впервые предложили попробовать британские блюда. На столе различные виды бутербродов, каша и английский салат. Это традиционное английское блюдо. Состоит из трех видов капусты с яблочком. Также здесь присутствует морковочка и особый способ соуса приготовления, который был разработан непосредственно в те годы, когда еще посол ходил пешком сам король Людвиг XIV. Знакомили гостей и с блюдами американской кухни. Кроме традиционных гамбургеров, участники приготовили канапе и пироги с фруктами. Американский пирог, допустим, яблочный, он состоит 95% яблока, остальное тесто. То есть в зависимости от наших классических там штруделей, которые представлены в Донецке, или там классических домашних пирогов, ну это большая разница в принципе. Блюда придуманы тысячи лет назад. Этим удивляли гостей представители ассирийской культуры. В фестивале они принимали участие 8-й раз. Каждый год для праздника готовят новое меню, рассказывает повар. Каша, которая приготовлена у нас с овсянки, курица и петух. Вот ширва, это с говядины варится, красный такой суп. Среди участников фестиваля, как представители национальных общин, так и предприятия ресторанного бизнеса. В этом году дегустацию блюд сделали платной. Здесь совершенно номинальная цена, и ряд предприятий просто угощают. Будем стремиться к тому, чтобы кроме тех общин национальных, которые у нас проживают в Донецке, мы все-таки будем отдавать популярным кухням мира. Также для праздника приготовили 1000 порций кулеша. Его раздавали бесплатно. Среди ингредиентов блюда – крупа, картофель и свинина. Вкусная, даже мой ребенок вот попробовал и съел целую тарелку. Кушаешь грузинскую, проникаешься грузинам уважением. Кушаешь греческую, удивляешься, насколько вкусно. Давно уже хотела именно грузинское хинкали попробовать. Мы попробовали и грузинское вино, и хинкали. Остались очень довольны. Фестиваль национальных кухонь посетил и мэр Донецка Александр Лукьянченко. Общаясь с журналистами, градоначальник рассказал, что ему больше всего нравится блюдо греческой и украинской кухни. Борщ, который хорошо приготовлен, ну, во всяком случае, который готовит моя жена, я с удовольствием всегда, это мое первое блюдо. Ну и, безусловно, простые блюда, которые присущи украинской кухне, они очень вкусные. Организаторы фестиваля надеются, что праздник станет традиционным. И с каждым годом здесь будут знакомить гостей с новыми рецептами. Светлана Киксева, Антон Шульга, «Панорама».